Мужики, это легкие, это парень. Только разрешили. А ты что думал, эти? Как они? Челночки. Пас победы, чё? Дальше домашняя серия продолжается, дальше продолжаем играть, выигрываем. Все, все молодчики, готовимся, будет тяжелая домашняя серия. Саша, оцени сегодняшнюю игру с нефтехимиком. Супер тяжелая игра была, долго вкатывались, самое главное, что победили. Но сначала повели в счете, потом что пошло не так? Пропустили голы. Наверное, концентрации не хватило в большей степени. Немножко что-то тяжеленькие были какие-то, скованные. Но самое главное, что смогли перебороться и выиграли. Перед третьим периодом в перерыве что сказал тренер, что появилась легкость? Да ничего, сказал, есть 20 минут. Надо один бросок сделать, забей гол, все пойдет. Сегодня особенный матч для тебя, 100 очков КХЛ. Что можешь сказать, насколько рад, счастлив? Супер, продолжаем дальше. Кому ты посвящаешь эту шайбу? Эту шайбу я посвящаю всем своим родным и близким. Спасибо, спасибо большое. В конце сезона можете их пускай где-нибудь лежат, это чисто талисман. Yeah.